Приветствую всех зрителей моего канала. Это пятая часть видеопрохождения игры Yet Another Zombie Survivors. И почитал я немного про ачивки. Некоторые из них завязаны на ракетницу у бойца танка. Дело в том, что ракетница подкидывает зомби, и там, по-моему, две ачивки с этим связаны. Ну а раз так, тогда давайте сыграем на обычной сложности. Опять же, ачивка привязана к ней. С танком и от медика откажемся, чтобы было сложнее, может даже из этого проиграем. А пойдем через танка, инженера и призрака. То есть опять же попытаемся, чтобы инженер и призрак нас прикрывал. Танк помогал получать ачивки. Значит, можно уже идти. Быстро нажал, по идее там... Сложность обычная выбрана. Да, по умолчанию она обычная. И давайте изучать новую локацию. Кстати, начало не очень хорошее. Потому что танк с этим дробовиком очень медленно вначале бьет зомби. Просто очень медленно. Кстати, не уверен, что вообще мне нужно было начинать через танка. Я мог начать через инженера. И это логичнее, потому что его лидерский бонус как раз идет к улучшению самого лучшего умения инженера полусферы молний. А здесь мы получаем броню. Не нашел я, кстати, информации нигде по броне, как она работает. То есть все-таки проценты или... Ох, какой противный враг. Я так понимаю, паутина нас замедляет. Не факт, что мы сможем выиграть на этой карте без медика, если нас будут замедлять всякие нехорошие зверушки. Так, кстати, хорошая штука, очень мне нравится. На 50% быстрее стреляет. И я так понимаю, это умение относится только к танку и оружию, которым он пользуется. Кстати, это умение очень хорошо в синергии получается с ракетницей, чтобы быстрее стрелять. Но все равно, я если бы играл не ради ачивки, я никогда бы не брал танка. На ракетницу. Миниган намного лучше. Именно ради того, чтобы... Была стена огня, и ребята не могли да, пора всякую муть брать для увеличения ускорения. Так, нет. Нет смысла уже затягивать, пошли. Берем следующего бойца, в принципе. Ой-ой-ой-ой. Какая подлая штука. Червь напоминает песчаного червя из только хорошо сразу же призрак из Дюны, да? Пауков нужно отстреливать первыми. Опасные враги. Ух ты, как хорошо сразу же. Ой, я не забанил. Ну ладно. Постоянно эти мелочи человеческого фактора, ошибки эти забываешь. Ох, какие сильные эти зомби, кстати, я вам скажу, которые держат круг. Да, нужно 5 циркулярок этих. Дроны они, конечно, но оно выглядит точно как циркулярная пила. На станке моего ботяни. Кстати, зритель говорил, что может одного солдата сначала качать, то есть не брать сундуки. На обычном уровне сложности проблем нет прокачать все, что нужно. Просто я играл в прошлом видео, последнюю часть я играл на
Не-не, мне нужно лаунчер, нужна ракета. Я играл на хаде. Да что ж ты издеваешься так? И там, естественно, не хватает времени и сундуков получить то, что мы хотим. А в предыдущем видео я играл через медика, потому что мне нужно было медику получить, как его, второй ранг. То есть нужно, чтобы он был лидером. Да что ж такое? Ну-ка, давайте я потрачу реролл. Не скажу, что что-то выиграл этим реролом. Надеялся, что выпадет ракетница. Он сейчас уже ложится быстрее. А, потому что одновременно стрелял в танк и мечом рубил призрак. Понятно. Так, давайте соберем пилы, которые надо будет прикрывать, я надеюсь. Так, где эта синяя штучка, магнит? Да, так как это не максимальный уровень сложности, всего по чуть-чуть можно взять. Так, но мне нужна ракетница. А ну, если я со щитом к тебе убегаю, есть какая разница? А по тебе даже выстрела нет. То есть это не объект таковой. О, самое главное, энергетический щит называется эта штука. Вечно название не смотрел. Ой, это хорошо. Но она еще вначале не очень, конечно. Вот он. Ракетомет. Напоминает, кстати, БФГ 9000 из Кваки. Только немного более с круглыми. Так. Ну, как я говорю, чем быстрее вы проблокируете все, что вам не нужно, тем больше шансов, что вы получите что-то нужное. Ну вот, что-то нужное и пришло. Кстати, нет смысла с ними вот пытаться сражаться в этом круге. Лучше просто вырваться, потерять немного жизни, это не важно. Так, давай, ты под яростью должен вообще ракетницей шмалять, это страшные силы. Ой, увлекся, а у меня медика нет. Медика нет. Но есть регенерация встроена, немного прокачана. Да, это умение намного более, мне кажется, важно. Будем пользоваться им. Я имею в виду голограммы. Вы помните, именно из-за того, что они отвлекают, не столько из-за того, что они урон наносят, хотя они его наносят. Вот, кстати, я так понял, чтобы получить ачивку, нужно поднять, подкинуть в воздух очень много зомби за раз, так что нужно набрать кучу их, вот уже дальше. И со щитом убежать внутрь, пусть они там летают. Но пока не получается, маловато у нас этих зомби, нужно плотную толпу. То есть, в принципе, ребята, поляки правят баланс потихоньку. То есть они видят, что ракетница со всех сторон хуже, и вот это умение ярость, оно именно под ракетницей сделано. Потому что минигану по барабану, чтобы на 50% быстрее стрелять. Ой, перезаряжаться, извиняюсь. А вот ракетницы, да, выстрелы будут сыпаться. По крайней мере, должны со страшной силой. Вот, мы подкидываем в воздух. И супер щит. О, новый монстр, кроме червя, появился. Это мумиё огромное перемотанное. О, он еще какие-то обилки с прицелом пускает.
Интересно. Да, вечно забываю, что это легкий уровень сложности. Тут 20 минут на сложном, на 6 минуте уже начинаются проблемы. Здесь же ты ходишь, прохлаждаешься. Всего лишь на 4 секунды могу удлинить, а кулдаун все равно будет просто огромный. Даже не знаю. Ладно, пусть будет эта штука. И то, в принципе, очень слабо прокачивается. Но реролить не хочу, потому что хочу нареролить что-нибудь на жизни еще. Так, ну накидай свои гранаты, они, в принципе, третьего уровня, так что должны быть лучше мин. Хотя, по факту, нет. Потому что мина лежит и ждет, пока наступит. То есть, она по-любому нанесет урон куда надо. А ракеты могут вполне полететь в молоко. Хотя они вроде как и сильнее, и падают поближе к отряду. Ну и вот без проблем, в принципе, мы прокачали уже все, что нужно. А, ну еще призраку нужно меч прокачать. Прикольно преследует место вылазки червя наш отряд, то есть даже если вы в центре не остаетесь, а уже по 7 откачка идет. То есть не обязательно в центре червь вылезет, червь все равно будет вылазить там, где ближе ваши солдаты. Так, у меня есть еще один реролл. Нас ли нам нужно что-то вытянуть интересное? Еще два рерола. Не дал. Теперь вопрос, что брать? Конечно же, перезарядку умения. Именно оно нас будет сейчас защищать, когда у нас нет медика. А в момент, когда его не будет, то зомби-бегуны будут у нас вырываться. Ну, тут я надеюсь на эти иллюзии. Не будут отвлекать врагов. О, тоже какой-то новый. Хотя ничего себе не представляет. А, прилился тремя красными какашками. Простите, мой испанский. А там был зомби, который плевался кислотой. Ну, вот нельзя сказать, что от ракетницы какой-то очень страшный урон. И даже эта область взрыва, но она достаточно маленькая, чтобы этот сплэш был лучше, чем миниган. Реально. Так. Самое главное защитное умение. Но она, кстати, атакующая, самое главное. Вся мелочь жжется. Кстати, больших она жжет хорошо. Но еще и станет. А вот больших зомби, по-моему, не станет оно. Только ранит. Да, кстати, жизни совершенно не падают. Даже без медика. Да, 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 да. Ускорение нам нужно. Кстати, зритель рассказал, что здесь какая-то ачивка есть накормить червя кучей зомби. Тоже я не очень представляю, каким это образом можно сделать. Нужно, чтобы зомби вылез, опять же, там, где вы собрали огромную кучу зомби. Червь вылез там, где вы собрали огромную кучу зомби. Может так? Ух ты, какие прикольные шипы из земли он выпускает.
Ну подождем, под конец зомби должно быть много. И надеюсь, мы сможем найти щит и ворваться в эту толпу зомби. Поднять в воздух их огромное количество. Не убиваются они с первого раза. Нужно два раза по кругу пройти. Так, пошли. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Все же отсутствие медика. Ощущается. Так, да, давай тебя, чтобы ты сразу несколько целей мог стрелять. Подлечимся. Подлечимся. Ну. Реролов нет. И ударим мгновенная перезарядка. Нет, давайте еще быстрее из ракетницы стрелять. Даже не знаю. Ну, по идее, эта штука сильнее, она третьего уровня, чем то умение инженера. А вдруг эти бомбы тоже подкидывают зомби, тоже будет шанс получить перк. Ачивку. Да, видите, как бы из этого поля опасно жизни проседает. Так, там что? Молния, я думаю, щит. Интересно, полная прокачка. Хотя нет, вряд ли. Даст ли нам возможность уничтожать тех мощных зомби, которые в круг берут? За один выстрел вряд ли. Иначе какой смысл пытаться делать такой забор, который со временем от прокачки перестает работать. Так, что добавляется? Количество, радиус, ну, кулдаун короткий. Ну, это тоже. А тут задержка есть. Так что давайте попробуем все же идти через танк, раз он лидер. Ну, его хватает на маленьких, а на больших толку нет. Давайте возьмем броню. Да. У меня такое впечатление, что пока червь не вылезет, они намного сильнее. Уже когда он вылез, а потом нырнул, то у них как-то хитпоинтов стоит меньше. То есть, когда уже нет смысла им держать строй. Так, 13 минут. Ачивки я не вижу. Вся надежда на конечный этап игры и щит. И мы будем врываться в толпу. Ой, увлекся над всеми этими эффектами. Ой-ой-ой, а почему жизнь так уходит? Что это такое на минус 200 меня попадает? Не мои же собственные ракеты. Засмотрелся все эти спецэффекты и... О, давай-давай защищай меня, пока я найду еще одно сердечко.
Так, с червем надо быть намного аккуратнее. Не попадаться. Вот еще, кстати, вампиризм. Не его сила, только шанс, что он сработает. Ах ты как подло подлавливал меня. Меня еще не было там, а он уже в ту сторону стрелял. Так, щиты. Взрываемся. Где эта штука? Вот она, да? Так, уже нужно аккуратно, потому что пауки замедляют. Да, нужен удар тысячи порезов. Могу не успеть, потому что увлекся я очень получением других умений. А рерол жалко было тратить. А вполне возможно, что это неправильный подход. Нужно было потратить. Но зато откачку жизни приобрел. Вот так вот нужно врываться, и тогда есть шанс у вас, судя по всему. Какой мусор. Так, 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 врываемся пока щит, взлетайте, взлетайте. Взлетать никто не взлетел, все тяжелые. Ой, как он четко наводится с этими шипами. Это тебе не тупой зомби, который таранит. Никак навестись не может. Здесь тут еще зверь. Так, а как мне ачивку получить, что-то ничего не получается. Слишком на этой карте сложно играть и враги сложные. Так, давайте щит и большую толпу слабых зомби. Просто не слабых зомби. Они... Вот, есть щит, они или жирные. Да. Да, и останавливаться нельзя ни на секунду. Оп. Подскочили. Ух ты. Поможет нам немного это дело. Топорщики появились. Да. Чипку мы не увидим эту. Видно, придется вернуться на карту предыдущую, где полегче все. Ну, в принципе, здесь еще есть ачивка, если у нас получится на тот самый, как его, на прохождение выживания просто в этом городе, то все равно не зря играем. Так, не взяли хотя бы окружение, не знаю почему. Мы так быстро бежим, или и не должно было быть окружение. Ну ладно, ты всегда попадаешь, ты всегда с нами. Умение. Ой-о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 й. Как он наводится этими шипами? Просто ужас какой-то. И червяк так. А, уже осталось полторы минуты, да. Билки не будет явно. Не собираются они взлетать и желательно не умереть, чем пытаться получить эту ачивку. Ну ладно, самое лучшее на данный момент. Ой-ой-ой, как паутина уже тормозит. Черви уже по два вылазят.
Так, дайте мне щит на последних секундах ворваться. Хотя некуда, не в кого ворваться. Очень жирные зомби, они не взлетают от выстрела. Ракетницы. Нужны эти самые обычные, начальные. Самые простые. Ох. Ох, ребята хотят меня таки загрызть под конец. Еще и пауки эти. Сейчас сердечко подберем, станет легче. Там уже будет победа. Пауки, все, победа. Так, не получили мы ачивку с подкидыванием. Таки придется возвращаться в город. Да, есть только выжили. Или нет, две какие-то были ачивки. Да, две. А что получили? Ага. Бесконечный режим в новой локации. Хорошо. Так, где-то одно одиночное есть? Нет. Что можно обрезать? Хочется вот так. Скорость по максимуму. Что-то я лишнее обрезал. Ну никак, я понял. Так, что здесь? А, это Solo Run. В дефолт моде, то есть на 20 минут нужно побегать. Это, кстати, нужно... В обычный город. Кстати. Хотел опять же танком попытаться соло, но это почти нереально. Но зато есть возможность нам подкидывать сколько хочешь. А, мы сделаем по-другому. В обычном режиме двумя. Вот двумя я попробую. Возьму танка. Да, я возьму призрака. И вот двумя попробую играть. На обычной карте. Чтобы набралась куча зомби, можно было убежать и пострелять по ним. Давайте попробуем. Хотя это будет жестко у меня. А нет, тогда электрика возьмем, инженера. А кем начинать? Ты даешь нам что? Да, кулдаун меньше. С тебя начнем, но танка перейдем. Играем двумя на обычном режиме. Хорошо, то есть перк обеспечен. Перк. Одна ачивка обеспечена пройти двумя, а вторую, если получится нам собрать огромную кучу зомби. Можно даже для интереса, как только мы прокачаемся, начать бегать кругами и дать им собраться в огромную толпу. Но, правда, опять же, мы очень сильно зависим от того, выпадет ли щит, потому что врываться без медика толпу не очень-то безопасное дело. Вот что круто, что в самом начале игры можно получить третий уровень умения и все. Побежал. И опыт прет как на дрожжах. Ну а пока они слабые, мы даже не пробуем прокачивать дальше, но хватает и одного очка вложения. Так, знаем, что качать, кстати. Только это умение нас защищать будет. Да, их мало, очень медленно нарастает количество, поэтому намного более ощущается ускорение, когда вы на харде. А
это умение берете, и сразу в начале игры кучу зомби там разбираете. Сейчас насобираем, кстати, с другой стороны зомби, это справа. Сейчас умение включится, я тогда ворвусь. Поехали. Ой, как хорошо, опыт вперед. И да, проверил я, не зависит от того, сразу заберете сундуки или нет, по крайней мере желтые. То есть, если вы не будете забирать долго желтые, появится второй желтый. Да, танка нет, я могу и пропустить, не тратить рерол сразу, все равно у меня на двух. Что это такое? Так, гарантирует level up, тогда... Или наоборот, получением левелапа получаете тренировочное очко. В принципе, я на это не стремлюсь. Неинтересно мне пока. Блин, я его выбрал, банишник включился. Картошку выбрал. Никому не нужно. Так сказать, чтобы усложнить себе игру, да? Да. Ой, какая ускоренная прокачка получается. Жалко, что зомби тут нет так много, как надо. Собираем, собираем. О, давай, 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 раз. Да, на двух хватит здесь на всех умений, так что не переживаем. Зомби даже насобираться не успевает. Так, желтый сундук, пошли. Хотя опять же неправильно. Нужно сначала забрать зеленый и знать, повезло ли нам с танком. Сэкономили ли мы очки рерола, да, и потом уже идти на все оставшиеся рероли желтый сундук. Я еще картошку не выбрал, было вообще хорошо. Сюда. Есть танк. Реролы сэкономили, пошли за вкусняшками желтого сундука. Ну что ж ты будешь делать, мусор всякий. Так, ability cooldown оставил. Хорошая штука. Так. Ничего, даже банить не буду. Не совсем плохо. Ускорение перезарядки для будущей, ну, как его, ракетницы, если прижмет, если уже не будет выбора. Так, качаем основное наше защитное умение. На нем будет держаться вся сила звезда, тем более мы взяли инженера первым. Еще и у нас прокачанное ускорение, то есть давайте даже посмотрю, как быстро у нас кулдаун. Ой, в два раза. 77,5, почти в два раза быстрее восстанавливается щит. Прекрасно. Да что ж такое умение такие мусорные. Ладно, все силы на циркулярке тоже должны помочь нам выжить. Ой. Зомби-вонючка. Как оно, а? Без умения, когда пытаешься расстреливать. Медленно.
Так, ну давай третьего уровня хоть одно возьмем. Ну, по идее, должно хватить на все без проблем. Нет одного члена отряда, поэтому то, что нужно, мы должны прокачать и так. А, еще и будет, да. Еще и будут лишние эти самые уровни. Вообще хорошо. И сюда пока щит. Звездочка. Ой, как я люблю, когда появляется эта штука. И в такие моменты жалею, что скорость не максимальная. Вот молнию подберем, чтобы больше успеть накрыть зомби. О, зомби собирается много, может получится ракетницу прокачать. Если ачивку, которая на ракетнице завязана. Что тут? Да, тебе обязательно. Так. Берем все на лечение. Так, развалился. Давайте мины. Давайте уже ускорение стрельбы. Давайте лишнее умение. Такое впечатление, что когда появляется облако молний, то команда стоит медленнее бегать. Конечно, это неправда, это просто в этот момент хочется, чтобы отряд передвигался быстрее и больше набил. Психологический такой выбор сознания. Я надеюсь, они там еще наберутся к тому моменту, когда у меня появится ракетница. Так, сундук. Сундуки я люблю. Да, мне инженер нравится больше всех. У него вот реально просто нет плохих умений. Ну, кроме этой башни электрической. И то я говорю, что вначале ее можно использовать для прокачки. Просто как только вы прокачались до третьего уровня, в этом нет смысла. Я понял. Лучше взять сразу же сферу с молниями. А вначале это очень даже неплохо, можно играть через башню. Опять же, заставляя забегать в них толпу зомби. Очень сильно все от везения зависит. Выпадет что-то хорошее, пожалуйста. А нет, собирай мусор. А, что я переживаю, если я пройду, я в любом случае получу по минимуму ачивку за прохождение двумя солдатами в команде. Не страшно. Так, давайте магнитик, потому что я не успеваю все собирать. Вот давайте мух тут только сожжем. Да что ж ты будешь делать, а?
Защитные пилы, конечно, хорошо, но я бы уже хотел до ракетницы добраться. Я даже, по-моему, до помпового дробовика не добрался. Да, по-моему, лечение со страшной скоростью. Регенерация, имеется в виду, идет. Так, сердечки не подбираем пока. Держим на тяжелый этап жизни. Бля. Извините за мой испанский. Промазал мышкой. Просрал все прохождение. Ёшкин кот. Испортил прохождение двумя солдатами. Ну, я говорю, когда играешь просто так, никогда проблем нет. Как только ты играешь под запись, все, что может плохого случиться, обязательно случится. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Хотя бы очков заработаю, да? Вряд ли я с тремя ребятами наберу на лаунчер. Ну, разве что сейчас его начнут давать постоянно. Да, конечно, начну сдавать. Да. Да, ну... Ребята еще не собираются давать мне умений бойцов. Так, хорошо, конечно, но где мои... Не, реально такое впечатление, что они медленнее идут, когда светится у них над головой купол. Смотрите, не дают. То есть все же придется в следующий раз, когда будем пытаться пройти на двойку, опять начинать через танк и не пытаться выиграть этот лидерский бонус от инженера, потому что слишком вы зависите от случайности, кому оно надо. Так вы точно прокачаетесь до ракетницы. Да вы издеваетесь. Желтый сундук. Кстати, не мешало бы ускорение взять, если появится. Не появится, я понял. Одиннадцать минут. Явно я на ракетницу не накоплю. Так, магнит. Я тут ничего не настрелял. Ай-яй-яй, одна промашка и все. Да что ж ты будешь делать? И толку нет брать этот рикошет, он с пистолетом ходит, сватывается. Да. Да, даже помпового дробовика нет. 4 очка умения минимум надо. Где-то ты взять. Так, вижу. Да, уже ничего не дает магнит.
получается обычный никому не нужный забег. Ну, разве что очки тренировки набираются и все. Да что ж ты будешь делать? Зачем мне твои пистолеты? Центр. Дай мне дробовик, ну. Да что ты? Да, кажется, что 13 минут хорошо, но толку нет, потому что каждый следующий уровень требует больше опыта. То есть медленнее будем его получать. Зомби я этих не вижу в нормальном количестве. Так. До ускорения. А вот мы получим ускорение при убийстве больших зомби. Ну конечно, так, помповый, да, 4 еще. Очка умений, вот-вот-вот, может пойдет прирост. Вот это. Главное сердечки все не сожрать. Раньше времени, пока не пришли настоящие монстры. Ух. Зла не хватает. Не хватает зла. Игра сделала все, что можно, чтобы не дать нам ракетник. Зеленый сундук, уже 15 минут. А на последних 2 минутах ты уже там не очень что-то будешь делать. Я такого еще не видел. Ну, по теории вероятности, в следующий раз нам повезет. Потому что мы уже весь лимит невезения заберем в этой катке. Ой, забрал 2. Один оставим. Желтый сундук, который в принципе уже ничего не решает. Лаунчер мы не получили. Да, еще. Вампиризм. Да. Я такого реально еще не видел. Ну, в принципе, а нет, я не видел в желтом сундуке реролов, не видел. Я сказать, может взять было бы рерол и покрутить. Да, как раз он больше будет 18 минут, а от вас уже у вас уже не, у нас, у меня не получится уже сильно охотиться, лишь бы выжить. Ага, конечно. Лаунчера ты захотел. Давайте реролы, но толку с них. Я уже только уровней не получу. Кстати, жирных надо убивать. А убивается круто они.
Я не знаю, что там так урон наносит, но реально очень быстро. Так, красавец. Даю щепот, еще один красавец. Ну давай. Что, неужто, да? Нет, за 2 минуты невозможно 3 уровня набрать никак. А, все. Уже точно невозможно. Понятно. Понятно. Игра сделала все, чтобы не дать нам получить. Да, продолжает это делать. И продолжает это делать. Так, жирненького завалим, потому что он меня любит подтать. Ой, у меня, кстати, реролы уже есть. Ну, в принципе, уже какая разница, я 3 этих не наберу никак. Выигрываем эту игру мы. Не получив ни одной ачивки. Да, уже вампирство этого. Просто море. Ну, давайте еще подберем магниты, пойдем назад в битву. Свататься прокачал почти с нуля. Танков почти с самого начала игры держу и никак. Что такое не везет и как с этим бороться? Посмотрите. Ладно. Не вышло, ну не вышло, так не вышло. В первой половине мы взяли то, что хотели, 2 ачивки даже. Тут и рерол не помогает. Так, я понял, если мы хотим 2 играть и пытаться кого-то подрывать, нужно в первом городе начинать танком. В принципе, наплевать на эти кулдауны, если вы хорошо выбираете умение, то, кстати, уже игра заканчивается, зачем мне бежать за этими желтыми сундуками, то у вас вампиризм настолько силен, что проблем нет. Кстати, должен вампиризм очень сильно помогать штурмовое ружье свататься и эти пули, которые скачут туда-сюда. Я вот не знаю, сколько раз они там наскакивают, даже если 2, то получится в 2 раза больше вампиризма. Как же ты меня подвел, а? Тяжелый вес. А, это светится с прошлого раза. Все, будем завершать. Не вышло то, что мы хотели, но мы пытались. Давайте, вроде как, вот эта вот вещь усиливает нашу команду. Да. На такой минорной ноте закончим мы сегодня игру. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь и знайте, как там говорится, на Титанике люди были и богаты, и здоровы, и красивы, а вот удачливыми они не были. Вот игра нам это и показала. Ну что ж, я с вами прощаюсь. Пока!